Привет! Вы на канале «Китай, ну ты чё?». Сегодня вас ждет десятка полезных и интересных товаров с AliExpress. В конце видео небольшой конкурс для всех желающих. И не забывайте возвращать при покупке часть денег. Скидку можно получить на любой товар. Подробности в описании. А начнем мы с такой удобной вещи, как органайзер для ключей. Он выполнен в виде брелока и может вместить в себя несколько ключей длиной до 75 мм. Чехол сделан из натуральной кожи и выглядит очень аккуратно. Таким образом, легко решается проблема бесформенной и вечно мешающей связки ключей в кармане. Этот товар изначально предназначается детям. Силиконовые шнурки придуманы как раз для тех, кто еще не умеет завязывать обычные. Но благодаря удобству и действительно очень необычному внешнему виду, они пользуются популярностью и у взрослых. Принцип использования прост. Шнурки вставляются на место старых, но не завязываются, а держатся за счет креплений. Благодаря силиконовой основе они тянутся и удерживают обувь. На выбор есть аж 13 цветов, но учтите, что они все-таки детские и будут малы для большой мужской обуви. Ну а для таких вещей, как ремни или галстуки, предназначена следующая вешалка. Она позволяет закрепить ремень и удобно повесить галстук. Всего можно разместить 8 вещей. Простое, но удобное решение, которое позволит поддерживать порядок и легко найти то, что вам нужно. Чтобы наша прекрасная половина человечества не мучилась с открытием тугих крышек банок, существуют подобные приспособления. Такая открывашка имеет силиконовое покрытие, которое предотвращает проскальзывание на крышке банки. А благодаря длинным ручкам возникает эффект рычага, и усилие, которое нужно приложить, становится намного меньше. Единственный минус – это не самая удобная работа с крышками большого диаметра. Но это и хорошо. Лишний повод мужчине продемонстрировать свою невероятную силу. Это устройство предназначено для определения пульса и содержания кислорода в крови. Оно максимально просто и удобно в использовании. Достаточно надеть его на палец, и все показания уже на цветном OLED-дисплее. Применяться он может как для разового измерения, так и для длительного контроля. Также такой пульсометр очень удобен для работы с детьми. Если вы хотите как-то оригинально украсить стену дома или в офисе, есть отличное решение в виде карты мира. Но не простой, а текстовой. Она состоит из отдельных надписей с названиями стран, которые все вместе образуют привычную нам карту континентов. Кстати, собрать ее вам предстоит самостоятельно, и это наверняка станет отдельным увлекательным занятием. Автомобильных манометров, то есть приборов для определения давления, в шинах на рынке представлено очень много. Но все они достаточно крупные и имеют дополнительные функции, которые зачастую не нужны. Данный манометр имеет размеры брелока, очень удобную форму и симпатичный внешний вид. Естественно, можно пользоваться им и для велосипеда. Ну а название модели будет радовать вас и ваших друзей еще долго. Интересное решение для кухни. Если нужно мелко нарезать зелень и сделать это быстро и легко, существуют подобные роликовые ножи. Благодаря сразу 6 лезвиям, вместо нескольких движений достаточно сделать только одно. Продано таких ножей очень много, отзывов также достаточно. Однако они достаточно противоречивые, кого-то острота ножей устраивает, а кого-то нет. Так что советую их прочитать и сделать свои выводы. Для управления самой разнообразной бытовой техникой с одного пульта существуют универсальные обучаемые пульты дистанционного управления. Например, такой отличается интересным форм-фактором. Это настольный вариант с крупными кнопками, который будет всегда на своем месте. Удобно и солидно. Набор клавиш идеально подходит для управления аудио-видеотехникой и позволит заменить сразу несколько штатных пультов. Этот Bluetooth-приемник для автомобиля или любых устройств с линейным входом. От других подобных устройств он отличается компактным размером, минимумом лишних кнопок и разъемов и, самое главное, низкой ценой.
Встроенный аккумулятор позволяет передавать музыку с телефона на автомагнитолу или любое другое аудиоустройство до 4 часов. Зарядка осуществляется от привычного microUSB. Для участия в конкурсе на 200 рублей подпишись на наш канал, поставь лайк и напиши позитивный комментарий под видео. Розыгрыш через неделю в нашей группе ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем удачи и пока!